Присядем за руль автомобиля Chery Tiggo 4. Вот так вот выглядит у нас рабочее место водителя. Центральная консоль. На втором ряду есть подлокотничек. Сиденье второго ряда с обогревом. Передний ряд сидений с ярко выраженной боковой поддержкой. Отделка искусственная кожа. Есть перфорация, обогрев. Кресло переднего пассажира регулируется за счет механических регулировок. Кресло водительское регулируется за счет электроприводов. Здесь у нас небольшая ниша, подстаканнички, электроручник, система автохолд, можно выбирать стиль езды, экономичный, спортивный. Коробка роботизированная, шестиступенчатая, работает в паре с бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил. Здесь у нас розеточка на 12 вольт, пара USB разъемчиков, прикуриватель, климатическая система двухзонная. Мультимедиа с управлением жестами. Крутим. Громкость прибавляется. Крутим в обратную сторону. Громкость убавляется. Нужно сменить волну. Махнули рукой. И идет поиск радиостанции. Мультируль с обогревом. Лоб греется. Боковые зеркала греются. Цифровой щиток приборов. Стоимость автомобиля в рассмотренной комплектации 1 600 000. Ну как, взяли бы себе такого китайского кроссовера? Пишите в комментариях. До новых встреч!